молодежный фестиваль «Смены» – центр притяжения любителей литературы. Не первый год он собирает на своей площадке более 20 тысяч участников. В минувшие выходные после 3 лет пандемийной паузы 6-й летний фестиваль вновь открыл свои двери для жителей Казани. Одной из основных его площадок стала книжная ярмарка. Ее фишка в том, что здесь можно приобрести книжные новинки по издательской цене. Программа фестиваля, она вышла далеко за пределы просто самой ярмарки. На него как бы нанизывается еще и образовательная программа. Там у нас есть 2 лектория, которые 2 дня вот как бы существуют в режиме нон-стоп, где проходят презентации книг, которые на этих же стендах как бы издательских представлены. Также и лекции там как бы с исследователями, учеными, там, краеведами, искусствоведами и прочее. Главная цель фестиваля – познакомить жителей республики с читательскими практиками и обсудить актуальные вопросы в сфере литературы. Любое произведение – отражение внутреннего мира писателя, способ выразить то, что автора действительно волнует. В зависимости от происходящих в мире событий, интерес к тем или иным книгам возрастает. Литературные произведения сегодня – отличный способ прожить собственные эмоции. К примеру, такие сложные, как тревожность. И вот эта тревожность, которая в философии называется словом «темный», да? Есть такая темная экология, темная там что-то, да? Это просто некая ситуация жизни, в которой мы все оказались, где мы мало что контролируем, где очень много происходит того, что мы просто, ну, мы оказываемся в этом как бы поле проблем, каких-то вызовов и так далее. И вот что делать с этой тревожностью, как не справиться, да, как жить в негарантированном мире, где постоянно что-то меняется, постоянно ты как бы получаешь какие-то новые вводные и так далее. Вот этот круг, мне кажется, проблем всех волнует. И вот об этом мы и говорили сегодня с аудиторией. На книжном фестивале «Смены» можно найти произведения на любой вкус. Для детей и подростков, для тех, кто интересуется искусством и путешествиями. Одним из хедлайнеров фестиваля стал Оскар Конюхов, российский путешественник. Он представил на площадке лектория «Черного озера» свою книгу «С отцом по всем океанам». В принципе, большой интересный кусок для проектных менеджеров разных направлений. Вот, исходя из моего опыта 25-летнего и опыта организации международных экспедиций по всему свету. Помимо лекториев и книжной ярмарки, к старту фестиваля по всей Казани установили кубические инсталляции с QR-кодами. Они появились в парке Горького, Фуксовском и Лицком садах, на набережной озера Кабан и в парке Тинчурина. Отсканировав код, можно узнать больше о столице Татарстана и о том, кто из великих здесь жил, учился и гулял. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.